Итак, по подобным джойстикам ошибка C2. При включении у нас сейчас все работает нормально, потому что джойстик рабочий. Сейчас будем имитировать эту ошибку. То есть надо чуть-чуть сместить от центрального положения и включить джойстик. И у нас сразу же выскакивает ошибка C2. Так она отображается. Для ее устранения еще раз имитируем. Вот она выскочила. Мы отпускаем джойстик. У нас сейчас все сработало и нормально стоит. Для ее устранения в инструкции написано, что нужно выключить. Сделать вот так вот. И чтобы ничего не мешало, установить джойстик в нейтральное положение. После чего мы включаем, и ошибка C2 у нас пропадает. Ну, то есть мы можем двигаться. Если же мы выключим, так, включим, у нас появляется ошибка C2, и она нам никуда двигаться не даст, потому что она не увидела центрального положения.